Всем привет, девчонки! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. В этом мастер-классе я предлагаю связать вместе со мной вот такую сумочку из джута. Никак не хочет моя сумочка входить в кадр, поэтому я оставлю для вас фотографии, чтобы вы смогли получше ее разглядеть. Моя сумка получилась 30 сантиметров в диаметре. По желанию, если вы захотите себе сумку большего размера, вы сможете это сделать. То есть я в мастер-классе показываю основные моменты вязания, а вы уже можете от себя добавлять, например, побольше рядов в кругах для того, чтобы сделать свою сумку большего размера. Ну а теперь переходим к мастер-классу и начинаем вязать. Для вязания мы с вами будем использовать джутовый шпагат, называется халва, толщина нити L. Это натуральное джутовое волокно, длина 100 метров, вес 220 грамм. Толщина нити 3 миллиметра, крючок от 4 до 8. Таких мотков нам понадобится минимум 2 штуки. Если вы хотите, чтобы сумка ваша была побольше размером, можете взять третий моток на эту сумку. Для оформления сумки по краю нам понадобится джутовый канат, это также пряжа халва, толщина нити XXL. Эти и много других материалов вы сможете найти на сайте пряжа-центр.рф. Сейчас на экране вы видите промокод на скидку целых 10%, так что обязательно переходите по ссылке под этим видео и заказывайте себе материалы. Будем вязать вместе такую сумку. Для вязания вам понадобятся крючки, и я вам рекомендую запастись крючками разных размеров, потому что я, например, частенько крючки меняю во время работы. То есть, например, основной крючок беру 6 или 7 номер, где-то в каких-то местах я могу взять 5 номер для того, чтобы удобнее было провязывать. Ну и какой-то тонкий крючок нам понадобится для того, чтобы помочь себе заправить нить после работы, хвостики нити. Также приготовьте для работы маркеры, они вам понадобятся во время вязания. Для начала мы с вами должны связать две круглые детали. Начинаем мы вязание с петли амигуруми. Достали петельку первую, провязали петлю подъема и сюда вот в эту петлю амигуруми делаем еще 5 столбиков, то есть вот эта петля подъема у нас будет считаться первым столбиком. Это у нас будет второй, третий, четвертый, пятый и шестой. То есть я посчитала, как вы заметили, за первый столбик петлю подъема. Теперь мы затягиваем вот этот хвостик серединку, распределяем все петли и смотрите, чтобы у нас все здесь было идеально. Вот этот вот хвостик мы будем прятать сейчас во время вязания. Заводим в первую петлю крючок и провязываем сюда пока первый столбик следующего ряда. Я вяжу по спирали. И вот эту вот петлю, которая у нас только что образовалась, мы отмечаем маркером. Это у нас будет начало ряда. В этом ряду мы с вами будем вязать по 2 столбика без накида. Каждую петлю предыдущего ряда, то есть у нас получится 12 столбиков без накида, и далее будем делать прибавки, чтобы у нас их не видно было. Как делать прибавки, я подробно рассказывала в предыдущем видео, можете перейти по ссылочке, я вам оставлю это видео
для изучения, если вы еще его не видели. И по тому видео вы свяжете два круга для сумки. Все, раз у меня есть отдельное видео, я не буду долго задерживаться на вязании круглых деталей. Я их свяжу отдельно за кадром. Не буду отрывать и ваше время. И встретимся уже тогда, когда у меня они будут готовы. Итак, у меня закончился первый моток, и я пока решила остановиться. Смотрите, у меня получилось два одинаковых круга. То есть это будут детали моей сумки, то есть стенки ее. Сейчас я хочу связать донышко, и для этого мне нужно измерить примерно, какой у меня длины должно быть донышко. То есть донышко у нас будет проходить вот здесь, и вязать я его буду точно так же круговыми рядами. Ну, во-первых, давайте скажу, что у меня получилось. Здесь каждая деталь примерно 25 или 26 сантиметров. Вот такой какой-то диаметр, да. То есть мне нужна сумка, вот здесь будет у нее дно. То есть я вот отсюда до сюда должна измерить вот это расстояние. Но смотрите, сюда я еще буду добавлять шпагат. То есть у меня здесь будет декоративный вот такой вот один ряд. И шпагат у меня также уйдет на ручку. То есть здесь у меня минимум добавится еще два ряда. Я надеюсь, что у меня пряжи хватит. Если у вас есть третий моток, то вы сейчас можете спокойно вязать до того размера, который вы хотите получить, и уже от него потом отталкиваться. Я сейчас перехожу к вязанию донышка. Итак, давайте определимся, какой длины донышка нам с вами нужно связать. Вот смотрите, примерно донышко будет проходить вот отсюда до сюда. Где-то вот так, да? Но у нас с вами здесь еще будет ввязан канат. То есть, хоть как мы отступаем минимум один ряд с канатом. И я думаю, что мне еще на один ряд должно хватить. То есть, примерно вот на таком расстоянии я измеряю, сколько мне необходимо, ну, примерно, думаю, 65 сантиметров я возьму. Вот здесь по краю я также измерила плотность вязания, и у меня получилось, что в одном сантиметре один столбик без накида. То есть 65 сантиметров — это где-то 65 столбиков. Итак, набираю цепочку из 60 воздушных петель. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая. Я думаю, что вы справитесь и без меня с цепочкой. Вяжу ее за кадром. Все, у меня 65 петель провязаны. Теперь я провязываю воздушную петлю. И вот в эту петлю, в следующую, начинаю вязать столбики без накида. Это второй, третий. Давайте их опять пересчитаем. Итак, вот я провязала 65 столбиков. Вот у меня начало, видите, хвостик. Опять же, не забываем вот этот хвостик сейчас спрятать. И в крайнюю петлю один столбик, хвостик, хотела сказать. Столбик я уже провязала. Сейчас сюда же завожу крючок, провязываю второй столбик. И сюда же я провязываю третий столбик. То есть, по сути, что мы сделали? Мы связали здесь половину круга, да? Помните схемку? Все, и теперь в обратную сторону вяжем точно так же, все столбики провязываем, и здесь на краю нам надо будет вот в эту крайнюю петлю провязать еще два столбика. Так, помним, что здесь нужно спрятать
хвостик, чтобы нам не пришлось потом его прятать. Вот, вот такое начало у нас нашего донышка. Вяжем дальше. И вот я довязала в обратную сторону. И здесь, как я уже и сказала, нужно сделать еще два столбика без накида провязать. Так, провязали. Теперь сделаю соединение незаметное. Вытянула немного рабочую петлю и вытаскиваю ее с этой стороны. Немножко все туго. Так, теперь делаю петлю подъема. Это у нас будет первый столбик. То есть эти ряды я буду замыкать, то есть не по кругу буду их вязать. Сейчас я вот в эту петлю провязываю еще один столбик. То есть получается, здесь у нас две петли осталось, мы потом вот сюда свяжем еще по две петли. И то есть в этом ряду у нас надо будет здесь 6 столбиков на закруглении, 2 мы уже провязали. Все, вяжу в ту сторону в каждую из петель столбики. Итак, я довязала одну сторону этого ряда, и вот здесь смотрите, по верху у нас идут 3, так скажем, петли, в которые мы сейчас будем делать прибавки. Значит, в первую петлю провязываем 2 столбика, сюда же второй, дальше вот в эту петлю мы с вами провяжем 2 столбика. Первый, второй. Так, все туго что-то. И вот в эту также 2 столбика. То есть мы с вами сейчас сделали закругление. Вот такое закругление получилось. Вяжем этот ряд в обратную сторону. Итак, я дошла до края с этой стороны, и тут у меня начало ряда было. Здесь я провязываю вот в эту петлю 2 столбика, и вот в эту. В начале ряда я провязала первые 2 столбика, и сейчас просто объединю вязание в круг. Вернее, здесь на этом этапе я заканчиваю вязание донышка. То есть я думаю, что сумка получится не очень большая, и 4 сантиметров мне хватит. Вот, если вы хотите связать сумку побольше, можете еще провязать один ряд, но думаю, тоже сильно широкое вязать не стоит. Теперь я отрезаю нить. Крючком поменьше тут поработаем. Достаю ниточку через петлю и вот сюда увожу ее, где у нас выходила нить в начале. Не все захватилось у меня. Сейчас. Однако какая-то ниточка отслоилась. Все, вот таким образом мы закрыли этот вот ряд. И теперь нитки спрячем вот здесь. Но это я сделаю уже не на камеру. Все, донышко готово. То есть вот примерно вот так это будет выглядеть. Итак, девочки, продолжаем вязать. К этому моменту у нас должно быть связано донышко и 2 круга.
я остановилась вязание кругов на 14 ряду, то есть у меня провязано 14 рядов, и с одной стенкой сумки я уже поработала. То есть сейчас мы сюда будем ввязывать канат. Теперь нам понадобится канат, и я давайте быстренько объясню, что мы сейчас будем делать, чтобы вы наглядно увидели вот на этой готовой уже детали, и потом начнем вязать вторую сторону сумки. Итак, смотрите, вот тут у нас начало ряда, да? То есть оно у меня было вот здесь, вот в этом месте. Здесь я прокладываю канат. Канат мы будем срезать под углом для того, чтобы он у нас сюда плавненько так вписался. Да, вот у нас пошел канат. Я привязываю его вот до этого места. Дальше делаю обвязку верха. Видите, здесь толстенько так у меня уже все оформлено. Отмеряю вот здесь. Тут у меня 20 петель между краями ручек. Отмеряю 20 петелек, отмеряю 30 сантиметров каната. Хотите подлиннее ручку, делайте подлиннее. Я остановилась вот на такой. И вот отсюда продолжаем ввязывать канат. Здесь мы его точно так же срезаем под углом и выходим на обыкновенные столбики без накида. То есть такие же, которые были у нас в центре стенки. Далее мы провязываем этот ряд вот до этого места, переходим на ручку, делаем обвязку ручки. Все, и этот ряд мы заканчиваем также столбиками без накида вот в этом месте. Все, то же самое сейчас будем проделывать со второй половинкой, и я буду вам показывать все. Сейчас мы подготовим канат, то есть я сказала, да, чтобы он был незаметен, его нужно срезать под таким уголочком. Для этого мы его разматываем и срезаем вот таким образом. Один. Так. Где-то вот этот вот обрежу на этом уровне. Можно каждую вот эту, тут еще много всяких нитей, можно прям все их точно так же срезать под уголочком. И вот эти тоже размотаю сейчас. Чтоб он у нас аккуратненько ушел на нет. Вернее, на нет, он у нас тут начнется сначала. И сейчас будем вот сюда выводить канат таким вот образом. Но смотрите, у меня здесь закончилась нить, и я сразу же покажу вам, как быть в этом случае, как нам ввести новую нить. И вот этот вот хвостик мы сейчас проложим вдоль работы, новый хвостик, вернее, введем сюда новую ниточку. Вот я провяжу буквально первую. Тут подтягиваем нить, провязала первый столбик, точно так же все подтянули, и эту ниточку можно ее подрезать. Мне что-то на длине получилось. Также прокладываем вот здесь вот по краю вязания. Давайте еще парочку столбиков провяжем. Пока мы вяжем по кругу, нам без разницы, пока мы еще сюда не ввели ручку. Все, и теперь я начинаю сюда вводить канат, подставляем его к краю точно так же. И провязываем, придерживаем хорошо руками и провязываем столбики без накида с канатом внутри.
Вот таким образом мы придерживаем здесь нити каната и ввязываем его в работу. Видите, получается плавное такое утолщение. Немножко ниточка выскользнула, это та, которая у нас хвостиком была. Можно сразу ее убрать. Так, и смотрите, вот мы ввязываем канат. Тут самое главное не стянуть край. Прокладываем канат дальше по краю. В этом ряду я прибавок никаких делать уже не буду. Сейчас нам с вами нужно определиться, где у нас начался канат. Вот это место, значит, взять за основу, как низ изделия. Найти верхнюю точку. И здесь я отсчитываю 20 петелек между ручками. Итак, смотрите, я определила, где у меня будет низ изделия, отметила маркерами 20 петель между ручками и довязала до первого маркера. Теперь смотрите, вот у меня маркер, я его сейчас вытаскиваю и вот в эту петлю мне нужно было связать последний столбик. Теперь нужно обвязать вот эту часть, там, где у нас верх сумочки. Смотрите, я делаю здесь петлю подъема, скидываю петлю с крючка и вывожу вот здесь, под канатом. Так, в следующую петлю захожу, смотрите. Сейчас мы будем с вами обвязывать это место и вяжем мы соединительные столбики. Канат как-то надо тут отодвинуть пока, так чтобы нам было удобно. Здесь тоже, смотрите, аккуратно, петли доставайте достаточно большими, большие, чтобы они у вас не стянули этот верхний край. То есть вот такими соединительными столбиками вяжем до следующего маркера. Итак, довязала до следующего маркера, убираю его. Так, 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 давай, снимайся. И мне надо перейти вот в эту, в следующую петлю. Раз тут стоял маркер, она у меня еще не провязана. Что мы дальше делаем? Смотрите, я отмеряю здесь длину ручки. То есть вот от этого места я делаю, ну, где-то 30 сантиметров. Ну так вот по линейке. Когда была у меня отмерена, так и эту делаю. Все, вот в этом месте я придерживаю пальцем, чтобы не потерять канат, где его отмерила, делаю петлю подъема, скидываю с крючка и подставляю канат вот, вот сюда. То есть нам нужно петлю вывести за канат. Теперь ныряем в этот же столбик, достаем петлю и продолжаем привязывать канат дальше к сумочке. То есть сейчас у нас получилось вот такое вот соединение, и здесь вот петля подъема, она проходит там внутри, и здесь все точно так же одинаково. Все, теперь идем до низа, там, где у нас закончится ряд, обрежем канат и продолжим наше вязание. Смотрите, чтобы у вас не стягивалась работа, поправляйте все края почаще. Итак, вот я довязала, смотрите, примерно до середины. И теперь начинаем обрезать канат.
То есть он у меня будет примерно, думаю, что вот где-нибудь вот так я его оставлю. Обрезаю сначала весь. Так. Потом начинаю его раскручивать и убираю по очереди каждую из. Вот опять же тоже под таким скосом я их все срезаю. Чтобы не было каких-то ярко выраженных ступенек, так вот мы срезали канат. Все, продолжаю вязать, пока не скроется канат. Я повторюсь, что я не делала в этом ряду никаких прибавок, но у меня вот эти вот петли достаточно большие, то есть я их не затягивала сильно. Когда будете вязать, следите, чтобы у вас не стянулся этот край. Так, тоже поприжать хочется. Здесь уже столбики сильно не вытягивайте в высоту, чтобы они у вас плавно сошли на нет и перешли в ряд столбиков без накидов и без каната. Без каната, без накидов. Вот видите, как таким плавным способом мы ввязали с вами канат. Все, теперь я вяжу столбики без накида до вот этого места. Здесь покажу, что дальше делать. Итак, я дошла до места соединения ручки. Последний столбик без накида здесь у меня провязан. И теперь ныряю вот в эту петлю, где у нас был ввязан канат. Последняя петля. Провязала сюда столбик. Все, и далее я ныряю под канат, провязываю столбик без накида, обвязывая канат. На той ручке у меня получилось 40 столбиков. Я здесь постараюсь сделать точно так же. То есть вы, когда будете обвязывать ручку, точно так же посчитайте, посмотрите, какая плотность вам нравится. Ну вот на мои 30 сантиметров я провязала 40 столбиков. Итак, смотрите, ручка обвязана. И теперь я еще один вот такой вот высокий столбик делаю вот сюда, в первую петлю, где мы привязывали ручку. Все, смотрите, все ровненько и красиво. И далее перехожу уже на вязание столбиков без накида в край. Ну, как бы вот за вот эти крайние петли кромочные. Все, вяжу до середины внизу и там останавливаюсь. Пару петель я здесь, пару столбиков я прибавила. Один вот здесь, один сейчас прибавлю вот здесь. Но это так, для того, чтобы немножко сбалансировать край. Смотрите, я закончила так же, как и первую сторону сумочки, в центре внизу. И сейчас переходим к следующему этапу. Идем делать ВТО вот этих деталей. Они станут немного помягче, податливее. Придадим им красивую, правильную форму
То есть они станут у нас ровнее, и уже после этого будем их сшивать. Итак, две стенки сумочки у нас с вами готовы. Мы тут все отпарили с вами. Готово также у нас донышко. Теперь надо донышко пришить к сумке. Смотрите, что мы делаем. Здесь находим центр. Нам здесь проще посчитать, потому что у нас здесь меньше петелек. Находим центральную петельку и через центр проводим прямую. Находим центральный столбик вот здесь. Точно так же складываем пополам донышко, находим центральную петельку на донышке, отмечаем их маркерами. И теперь начинаем вот так вот прикладывать. То есть маркерами мы просто сейчас закрепим донышко к сумке для того, чтобы нам было проще с вами пришивать его, так скажем, привязывать. Вот так просто наметили, как оно должно быть, и закрепили. Когда мы будем с вами вязать, оно у нас, ну, чтобы донышко никуда не ускользало от нас. Все, я сейчас закреплю с этой стороны, с этой, и потом перейду к второй стеночке. Итак, имейте в виду, что маркеров тут понадобится достаточно много, чтобы сумка у вас не развалилась. Смотрите, сумка у меня уже, можно прям идти с ней куда-то погулять. Итак, я тут все свои залежи своих, все упаковки, которые у меня были, пластиковых маркеров достала. Хорошо, что я такая запасливая. Итак, теперь начинаем вязать. Сейчас я покажу поближе, что мы будем делать. Итак, смотрите, вот лицевая сторона сумки, вот оно у меня дно. Это последний столбик, петля у меня на крючке от последнего столбика. Здесь я убираю маркер, и теперь смотрите, что мы делаем. Завожу в петлю в следующую от стенки и в петлю за обе косички, видите, дна, захватываю петельку и провязываю. Так, следующая петля, точно так же захожу под обе петли от стенки и от донышка и провязываю вот такой соединительный столбик. Смотрите, здесь у нас аккуратно уходит вязание столбиков на нет, и получится такая косичка по краю. Все таким образом мы с вами вяжем, заходя, захватывая петлю стенки и петлю донышка. Смотрите, может быть, петли донышка и петли стенки у вас не совпадут по количеству. Ориентируйтесь на петли стенки, чтобы здесь у нас все получилось красиво. Там у донышка можно одну петлю, например, пропустить где-то. Ничего страшного. То есть сейчас мы вяжем все до верха, там, где у нас начинается ручка. Так, смотрите, я довязала до вот этого места, где у меня тут заканчиваться должно донышко, то есть вот это место рядом с ручкой. Вот моя петелька последняя. И смотрите, я захожу в следующую петлю, вот здесь вот захватываю эту петлю, ввожу ее туда, с этой стороны, так скажем. И вот это место, где у нас с вами закругление нашего донышка, я провязываю здесь такими же соединительными петлями, захватывая только петли донышка. То есть нам с вами просто нужно перебраться вот из этого места вот сюда, вот к этому первому маркеру с другой стороны. Итак, смотрите, я развернула сумку другой стороной. То есть вот мы с вами только что вот здесь вот
пришили половинку донышка. Вот тут вот по торцу обвязали его круглую сторону этого донышка, да, и вот здесь у нас стоит первый маркер. Рядом я завожу крючок и петлю протягиваю сюда, на лицевую сторону. Все, дальше мы продолжаем делать то же самое. То есть вот я. Так. Завожу крючок через две петли, петлю на стенке и петлю на донышке сумки. Все провязываем так до середины, там, где у нас стоял первый маркер. И смотрите, вот здесь у центра, да, где мы с вами находили первый маркер, я останавливаюсь буквально там за 1-2 столбика. То есть я эту ниточку оставляю и подхватываю теперь вторую нить, которая у нас была на этой стороне. То есть что мы с вами сделали? Посмотрите, вот здесь у нас было начало вязания. Мы пришили донышко с одной стороны, обвязали его вот здесь и пришли вот сюда. То есть вот такая у нас с вами косичка получилась по краю. Теперь мы делаем все то же самое, только уже со второй ниточкой, которой мы вязали эту сторону сумки. Все, сейчас я точно так же прохожу сюда. Здесь обвязываю, у меня все тут сваливается. Здесь обвязываю круглую сторону донышка и заканчиваю вот там. Сейчас я отключаюсь, вы вяжете эту сторону самостоятельно, здесь все то же самое, и потом подключусь, покажу, как вот здесь вот заправить хвостики ниточек. Вот смотрите, я довязываю до, так скажем, конца ряда. Вот оно у меня, то место, где я начинала свое вязание. Вот с этой стороны, видите, вот они были столбики, и потом они пошли на нет, вот тут в косичку переходит. Все, мне остались вот эти вот несколько соединительных столбиков сделать. Так. Так. Все, смотрите, я сейчас обрежу ниточку. Обрезаю нить. И теперь нитку я достаю сюда, вот за эту первую петлю завожу крючок, протягиваю петлю сюда и увожу ее в ту петлю, из которой эта ниточка у нас только что выходила. Вот смотрите, я завела руку туда внутрь сумки и крючком нащупываю это место. Вот он, вышел у меня крючок. Увожу ниточку внутрь. Все, посмотрите, здесь все стало ровно и красиво. А изнутри я потом выверну сумку и в ближайших там столбиках спрячу этот хвостик. Все, точно так же с этой стороны нам осталось буквально два соединительных столбика сделать. И точно так же отрезаем ниточку и уводим, делаем красивую петельку последнюю и уводим нить внутрь сумки. Потом прячем хвостики. Смотрите, еще пару слов про хвостики. Вот у меня хвостики вышли с противоположных сторон донышко. Смотрите, я взяла крючок поменьше, вот проталкиваю их в петельки, в столбики близлежащие, да, вот таким образом навстречу друг другу. И теперь смотрите, что я хочу сделать. И здесь их возьму и завяжу внутри, уже на 100% у нас ничего нигде не распустится.
Хотя, конечно, джут и так очень сложно распустить. Все, лишнее обрезаем. Вот, узелок у нас слился с остальными столбиками. Можно выворачивать сумку наружу. Я решила немного украсить свою сумочку и пришить вот такой клапан к ней. Пришиваю ниткой, то есть я взяла вот ту же нитку, которую я вязала, размера L, достала отсюда, то есть вот так вот раскрутила ее и достала ниточку, вставила в иголку. Вот такая пластиковая иголка. Все, и пришиваю насквозь вот такими стежками. Смотрите, если посчитаете, что этого мало, можно пройтись второй раз. Точно так же стежки будут покрепче и потолще ниточки тут выглядеть. И вот сюда, в центр, точно так же я пришиваю кнопочку. Ну что ж, вот такая сумка у меня получилась. Я надеюсь, что вам она также приглянулась. И вы уже разворачиваете описание, чтобы перейти скорее по ссылкам и заказать материалы со скидкой 10%. Помните промокод 3086. Ну, у меня на этом все. Вяжите с удовольствием, вяжите со мной. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока, до новых мастер-классов!